Они прожили бок о бок не один десяток лет, являются примером крепкой семьи, вырастившей достойных детей и воспитывающих внуков. Сегодня в День семьи, любви и верности глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов вручил государственные награды супружеским парам, являющимся образцом надежности и незыблемости семейного очага. Мадина Каракетова подробнее. Тамара и Султан Хамид Такаковы в браке 51 год, вырастили и выпустили во взрослую жизнь четверых детей. Сейчас принимают активное участие в воспитании внуков. Такаковы в числе семей, о которых говорят, образцовая, крепкая, и сегодня они получают из рук главы Карачаево-Черкесии медаль за любовь и верность, за то, что их брак не разбился о быт и повседневность. Этот суровый экзамен, увы, выдерживают не все молодые семьи. Поставили на ноги своих детей, сумев указать им верную дорогу в такой непростой жизни. Секретом долголетия своего брака Такаковы называют мудрость обоих супругов, ответственность за рожденных в этом браке детей. Никогда не ругались, никогда не ругаемся, живем хорошо. Дети определенные, у них свои детки. Аллах дал, и все. Все вышло. А так нормально все дома. 9 внуков у нас. Все живы, здоровы, внуки, дети, все нормально у нас. Это история не только семьи Такаковых, но и каждой из семей, проживших в крепком браке 25 и более лет, ставших образцом крепости семейных устоев. Обращаясь к ним, глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов подчеркнул, что он абсолютно уверен в том, что рождение детей и их достойное воспитание – самый важный труд. Самая большая награда для всех вас и для меня лично – это видеть здоровыми, успешными и счастливыми наших детей. Российские семьи – это основа нашего общества. Это не только продолжение рода, но и всего российского народа, многовековой отечественной истории. Как отметил на открытии года семьи наш национальный лидер, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, именно в семье укоренены наша культура, идентичность и наш национальный характер. Глава республики Рашид Тимрезов отметил, что в Карачаево-Черкесии каждая четвертая семья многодетная, и большая дружная семья – наша национальная традиция. И благодаря сохранению традиционных семейных ценностей, а также принимаемым мерам поддержки, Карачаево-Черкесия входит в число регионов России с высоким уровнем рождаемости. В нашей республике вопросам поддержки демографии, материнства и детства уделяется приоритетное внимание. Вы наверняка знаете, что в республике учрежден почетный знак «Материнская слава», которая вручается женщинам, родившим и воспитавшим 5 и более детей. Ну и принято решение, что в этом году мы полностью снимаем очередность, и этим знаком будут награждены все многодетные семьи, в которых растут 5 и более детей. На региональном уровне принят ряд мер финансового и нефинансового характера, направленных на поддержку материнства и детства, которые мы ежегодно расширяем. Также Рашид Тимрезов довел до сведения присутствующих, что одновременно с этими мерами правительство республики прилагает все усилия для развития социальной инфраструктуры, для полноценного развития и образования детей. И это тоже важная часть реализации демографической политики России. Любовь и взаимопонимание, которые сохраняются в таких крепких семьях, глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов назвал самой важной поддержкой, поскольку именно в семье закладываются глубокие нравственные и патриотические основы личности, уважение к своей истории и любовь к стране. Наталья и Николай Вычиковы, которые в этом году отмечают золотую свадьбу, 50 лет совместной жизни, от имени всех семей обратились к главе Карачаево-Черкесии. Хочу поблагодарить вас и вашу команду за то, что вы уделяете много внимания семьям, материально обеспечиваете. А все семьи хочу поблагодарить за то, что вы крепко прожили такую большую жизнь. И желаю всем семьям нашей любимой Карачаево-Черкесии, нашей любимой родины России, мира, добра и процветания. Мадина Каракетова, Михак Аракелян, Вести, Карачаево-Черкесия.